Так, мы в отделе БАДов. БАДов. Надо сказать, что здесь не самый большой отдел БАДов, при том при всем, что везде они занимают достаточно большое количество. То есть, когда мы говорим небольшой, и сейчас мы расскажем об этом отделе, то, что знаем, сразу говорю, мы, первое, далеко не фармацевты и к медицине никакого отношения, поэтому рассказывать будем очень примитивно, так как это бы воспринимал, ну, любой просто мимо проходящий человек, скажем так, поэтому что знаем, то расскажем, что не расскажем, вы увидите, прочтете, загуглите в конце концов, вот, но мы решили посвятить отдельный ролик по просьбе подписчиков по поводу БАДов. Американский рынок на сегодняшний день это 40 миллиардов долларов оборота по продажам пищевых добавок, так называемых. Поэтому рассказывать о нем можно долго и, конечно, желательно бы привлекать профессионалов, но первое одно могу сказать, что никогда не используйте их на свое усмотрение, какие бы они ни были, все равно, по моему мнению, нужно консультироваться с врачом, знать, понимать, что для чего, потому что переизбыток или неправильное применение может привести к нежелательным последствиям. Поэтому лучше консультироваться, естественно, с врачами. Мы просто расскажем о том, что представлено в любом практически американском магазине. Да, стоит, не стоит употреблять, и каждый решает для себя, насколько это полезно, не полезно. Это нужно, конечно, консультироваться с врачом. При этом могу сказать одно, что даже когда приходится, скажем так, принимать или рекомендовано врачами принимать, ну, допустим, вот конкретно у меня в России мне порекомендовали принимать препарат Артра для того, чтобы суставы, хрящевые ткани, для тех, когда ты занимаешься там дополнительно спортом или какие-то нагрузки испытываешь, чтобы они, ну, как бы были в хорошей форме, сохранялись. И на тот момент мне врач сказал, что постарайтесь заказать этот препарат из Америки. Почему? Потому что рынок здесь, ну, мало того, что он достаточно большой, он очень жестко контролируемым государством. И требования к ним максимально жесткие. При этом наказание за любое нарушение, оно, ну, например, за наказание, если вы выпустите препарат, и он окажет какое-то воздействие негативное или не окажет того воздействия, которое заявлено, скажем так, или любые нарушения, приводят к многомиллионным, то есть десятки миллионов долларов штрафов и уголовное наказание. Например, в России штраф за, скажем так, подделку 75 тысяч рублей касаемо БАДов, я не говорю про лекарственные препараты, 75 тысяч рублей, для ИП, по-моему, 150 тысяч рублей. Вы понимаете, что если вы, скажем так, продали, а все они достаточно дорогостоящие, продали, грубо говоря, с наценкой 1000 рублей всего 75 баночек, то вы уже окупили любой штраф, и поэтому, соответственно, черный рынок в России достаточно сильно развит. То есть он, как правило, не говорит о том, что это некачественный или какой-то плохой продукт, но очень часто он из заявленных, там, кальций-глюконат добавлен, и заявлено вот там целое количество всего, а на самом деле он просто не принесет вам ничего. Поэтому очень много подделок нужно остерегаться. В Америке, поэтому очень много сейчас появилось интернет-магазинов, которые торгуют американскими БАДами. Кто надо, гуглите, смотрите, ищите, заказывайте. Соответственно, мы этим не занимаемся, мы сейчас ничего не рекламируем, мы просто рассказываем по просьбе этого. Ну так, погнали, расскажем, что есть. Например, вот давайте сразу первое начнем. Ежедневный мультивитамин, то есть такой комплекс, который из тебя содержит все самые необходимые витамины. Описание здесь есть. Стоит он 500 таблеток. 12, да, 12 долларов. 500 таблеток. Да, 500 таблеток. Специальная формула мультивитамин. То есть это просто поддерживающий мультивитамин на каждый день, который, в принципе, я так понимаю, здесь витамин D, а так вот указаны ежедневные дозы, что там, вот крупно если взять, что там есть, как. Ну, вот это вот полочка, я знаю, что один из моих друзей как-то приезжал и в Америке покупал все препараты. Это препараты, которые помогают хорошо спать, для лучшего сна, для тех, кто беспокойно спит по каким-то причинам или что-то еще. То есть это препараты, скажем так, ну, вот есть они в жидкой формуле и есть они в виде жидких капсул. Вот, что как, не знаю, мы ни разу даже не пробовали употреблять, или не было таких назначений или необходимости, но это вот такие вот препараты, которые помогают. Мой товарищ говорит, что, в принципе, ему это помогает, и вот он, когда бывает в Америке, он покупает, привозит для себя, пользуется, говорит, очень хорошо. Вот. А вот это, наверное, коллаген. Больше для девочек, для волос, коллаген. Ну, видимо, вот так вот он выглядит.
что-то. Да, а, это тоже витаминки. Таблетки, да. Да. Вот. В капсулах. Здесь есть 1849. 1849, 390 таблеток. Описание. Ну, можно наверняка по названию препарата посмотреть в интернете. Мы не будем зачитывать, да, мы... умничать, потому что мы этого даже не знаем, про что тут речь. Да. Дальше, витамин В12. $20 за 300 таблеток. Да, за 300 таблеток. Как правило, да, как правило, в основном препараты все пьются, вот эти именно в части БАДов, одна таблетка в день, вот это вот обезболивающие. Да, это обезболивающие препараты. Как правило, у них, в принципе, один и тот же основной, типа нурофена, скажем так, одно и то же активное вещество, да, с различными добавками. Ну вот есть для... Это только для взрослых указано, есть они детские обезболивающие. То есть это, скажем так, из разряда обезболивающих. Вот цена на них $8-12. 40 лет, как видите, эти препараты не продаются в аптеке. Но они по 2 штуки. Да, это 2 штуки, да. Это, надо сказать, 2 штуки по 500 таблеток. Угу. Значит, вот это вот, я так понимаю, это свекольный сок. Видимо, то ли концентрированный, то ли сыпучий. Вот. Нет, это сыпучий, да. Это, видимо, для питания. То есть для диеты. Если необходимо, если прописано, какие-то там концентрированный, полезные. Концентрированный, наверное, да? Да, это сыпучий, да, это свекольный сок. $29. Да, это... Не знаю, буду говорить, что не знаю, потому что, честно, мы не готовились. Пишите, может быть, кто-то знает. Изучать курс молодого фармацевта, то есть просто нет. Со скидкой цена 31,99. Это с глюкозой, с чем-то еще, витамин D3. В общем, да, это все препараты для похудения. Тоже. Препарат нет глюкозы. Вот, кстати, комплекс, видимо, для нагрузки на кости. Тут что-то такое. Для суставов. Да. $20. Комплекс. Ну да. 120 таблеток. Капсул, да. Дальше. При менопаузе. Для женщин, $15, да. $15, 60 таблеток. Биотин. $50, так на секундочку. Да, ну здесь 120 гелевых этих таблеток, и это со вкусом клубники. Здесь надо понимать, что очень много препаратов, видимо, для того, чтобы, ну, люди часто их здесь принимают, для того, чтобы некоторые, ну, органолептически неприятные... Я снимаю. Так, это тоже, опять-таки, мультисимптом, отмена паузы, написаны все симптомы, которые он, соответственно, там... помогает, делает. Так, это тестостерон, это уже для мужчин, это поддержка, то есть это, 28. Да, это какой-то, видимо, таблетка, да, тестостерон, поддерживающий курс на 2 месяца, 120 капсул, вот. Дальше, ибупрофен, ну, кстати, это основное, в принципе, вещество, да, основное вещество, которое содержится в большинстве обезболивающих, то есть у них ибупрофен, это основной, как у нас нурофен, угу, в России, то есть ибупрофен. Вот, по 2 штучки, да, $10 по 500 таблеток, то есть 1000 таблеток. На самом деле, такую купил и на полжизни на всю семью. И забыл про боль. Да. Вот. Это жидкие гелевые таблетки. Тоже обезболивающие. Почему-то они жидкие, да, $15. Вот. Эдвил противовоспалительный и, соответственно, тоже обезболивающий. Кстати, несмотря на название... Фармакология та же самая, основное вещество у них, ибупрофен, по-моему, это не ошибаюсь. 17,99. Да, это пластырь от боли, да, приклеиваешь. Пластырь от боли, $11. Это вот, кстати, детские обезболивающие. Обратите внимание, что тоже без рецептов, без ничего. То есть вот есть обыкновенные детские, да. 12,49. Ну, написано алкоголь фри и прочее. Да, это детский типа нурофена. Вот тоже детский с 2 до 11 лет. То есть 8 часов действует в течение... Да, в течение 8 часов тоже, видимо, да. Эдвил ночной. Не знаю, чем ночной от дневного отличается. 18,99. Ну, я думаю, что здесь, наверное, все-таки больше маркетинг. Длится дольше. Ну, возможно. Ну да, вот. А во сне дольше. Ага. Быстрее, как бы, позволяет, да, заснуть. И как бы дольше, да. Это. Так, это тоже что детская. Такое? 3 упаковки чего-то детского. Это сироп от кашля. Сироп от кашля, да. Сироп от кашля 13,49. Да, там сироп от кашля тоже. Дальше. Да, простуда, да, кашель.
Да, простуды и кашель, 10-99. Заложенность носа, насморк, да, кашель, да. Это для малышей, это, я так понимаю... Да, со вкусом виноградика. Да, со вкусом виноградика. Ну, тоже кашель, это все с разными вкусами, как мы видим. В принципе, я так понимаю, вот здесь вот будет разная фасовка, да, сиропов. 15,99. Да, это... Что это такое? Тоже, видимо, обезболиваешь, тоже, видимо, это, наверное, разные... таблетки для горла. Да, нет, это тоже контроль, да, контроль. А, нет, кашля. Тоже кашель, да, тоже кашель, таблетки от кашля рассасывающиеся. Это таблетки. Ого, $30. Ну, их ну там много, 40, да. 48 штук. На 12 часов действия 48 штук. Вот это назальный спрей. Да, это назальный спрей. Ничего себе, сколько спрей. Да, здесь спрей, $12 он стоит. Есть вот такой вот биофриз. Называется он замораживатель боли. То есть, скажем так, это очень быстро и достаточно долго, сильное, ментолное, в общем, купирование боли. Да, бывают травмы, которые ушибы сильные или, не дай бог, там перелом. Или, то есть достаточно вот брызнуть палочку или помазать, и вот это вот охлаждающий и эффект болеутоления, наряду с пластырями, он помогает эту боль, как бы вам нужно там, ну, чтобы она прошла или там до больницы доехать. Сумма $18. Да, 18,49. Да, и вот еще один такой препарат, называется Vaporub, то есть это от кашля и как аналгетик, как обезболивающее работает. Но самое, что прикольное, что достаточно, в принципе, открытой баночки, которая, видимо, стоит или насыпается. Я вот точно сейчас применение сам не знаю, но, в общем, его применяется не вовнутрь, а рядом с больным, я так понимаю, да, и он помогает, то есть, как бы помогает от кашля. И вот, ну, вот, на самом деле, надо почитать, посмотрите в интернете, там есть ролики о том, как он используется, как он употребляется. Но очень-очень интересный препарат, который не употребляется вовнутрь, а помогает вам, находясь рядом. Так, 10,99. Да, 10,99. А, вот, кстати, назальные спреи, что-то мы как-то тоже антиаллергийные. Ох, тут целый набор, ничего себе. И промывка для носа, и спрей, и вот это вот еще какие-то, в общем, какие-то еще, в общем, целый набор от аллергии. Для хорошего дыхания. Да. Вот, дальше. О, вот это вот мой любимый прилавок. Я как аллергик. Аллергия. Да, я мучаюсь аллергией. Знаю, что очень многие мучаются. Особенно в Москве у меня почему-то была очень удушающая, страшная аллергия. И в мае месяце, на весну я всегда мучился. Вот, это назальный спрей. Это феноменальная вещь. Мне ребята давно привозили как-то из Америки вот эти спреи. Я им пользуюсь. То есть один пшик просто и все. В принципе, хватает как таблетки практически на день. Очень удобная штука. Вот они здесь продаются по 3, можно покупать и по одному. А цена? Есть, да, цена у него 40, да, долларов. $40 за 3 штуки. Да. В принципе, вот, ну, здесь они говорят, что примерно 120 пшиков вот хватает. А была цена 56. Да, ну, не дешевый привод, но его надо. Вот, кстати, можно посмотреть, это тоже назальный, это просто разные почему-то они упаковки. А вот есть, но в принципе, так, вот все, тоже все вот это то, что, да, все то, что вы видите, это все антигистаминные, то есть это все от аллергии в разных фасовках, в разных упаковках. Можно найти тот же самый кларитин. А вот это, кстати, вот эту вещь у меня ребята берут постоянно. Это как раз-таки и от аллергии, это наклейка на нос. Да, и она позволяет хорошо спать, чтобы когда вот бывает заложенность носа при аллергии, то есть тогда, когда вы таблетку, ну, выпить по каким-то причинам не можете. Позволяет вот хорошо дышать. Да. Во время соответственно, сна. $16. Да, соответственно, вот такие вот решения. Кларитин классический, почему-то со вкусом винограда. Вот. Таблеточки, $30. От аллергии со вкусом винограда. Таблеток 50 штук. Детский, кстати, кларитин. Вот тоже разбавляется, пьется. Сиропчик, $20. Вот есть обыкновенные классические таблетки. Вот это, кстати, тоже детские, видите, 4-6 часов доза хватает от заложенности носа, от того, что этот. На самом деле колоссальный выбор. Я не знаю, что почему, где тут и что, но вот эти вот красивые розовые таблеточки, это тоже прям хочется купить и выпить, хотя когда нет аллергии.
Вот. Хочется купить и выпить. Да. И то же самое, то есть классические таблетки почему-то различные интерпретации продаются по 2 стоят, они в принципе так же, как и спреи. Да, все почти. Это что кому как, потому что иногда бывает, что антигистаминные препараты, к ним идет привыкание, в какой-то момент они перестают работать, поэтому, возможно, им там требуется смена, не знаю. Я, честно говоря, пробовал спрей, мне помогло, все, я так его оставил. И когда, ну, здесь у меня, кстати, пока нет аллергии, не знаю, вот мы здесь находимся первый год, у меня не было в этом году аллергии ни разу ни на что, хотя Флорида все время цветет, все время растет, вечное лето. Не знаю, видимо, какое-то другое цветение, видимо, что-то там у меня было такое, вот не знаю. Все, дальше мы говорим о препаратах, в принципе, имеющие, то есть вот этот практически там, вот этот вот два блока посвящено антигистаминным средствам, препаратам от аллергии. Так, вот это давайте посмотрим, что мы здесь имеем. Это витамин С обыкновенный, 500 миллиграмм, и он жевательный, да, он же в виде жевательных таблеток. Это, ну, рыбий жир. Рыбий жир обыкновенный, тоже будет представлен в огромных количествах. Вот. Цена вот здесь вот 14 долларов, да? Цена на 200, да, две упаковки по 200 штук, 13 долларов. В принципе, одна таблетка пьется в день, то есть, соответственно, вот такое вот за 14 долларов можно больше, чем на год. Получается, почти на полтора года, да, растянуть. Вот, витамины группы D, D3, вот, для костей и зубов подписано. Ну, я считаю, что это только по назначению, не надо увлекаться всеми этими вещами. Но крышка резиновая почему-то, странно. Ну, видимо, тоже для удобства открытия, когда есть особенно пожилые люди, у которых там, ну, вот тяжело открыть. Это еще защита от детей, то есть это нужно при нажатии только открывать, поэтому удобно. Это какие-то женские витамины, энергия, метаболизм, поддержка костной системы. То есть какой-то, да, это мармеладки, то есть, так скажем, для детей, да, указано, какие здесь есть. Тоже жевательные. Да, рекомендовано, написано, что проверено врачами. То есть, ну, детские, все, что касается детского питания, детских добавок и прочее, все это, поверьте, проверено, перепроверено сотни раз, и не приведи Господь, что она там как-то... Кто-то пожалуется. Да, кто-то пожалуется, поэтому... Этим... Красиво выглядит баночка. Да, это, кстати, покажи тоже, да, детские... Мишки там такие, комплекс мультивитаминов просто. Здесь тоже пошли мультивитамины, тоже упаковка в виде там всевозможных ягодок, мультивитамин, эссенциал. Все это сделано в USA, все это под контролем, поэтому можно смело брать, можно смело использовать, не бояться. Пищевые добавки – это коктейли, которые, ну, это вот, кстати, для поддержки костей, видимо, там с повышенным содержанием кальция. Вот, поэтому витамин D там дополнительно 60% больше. Вот, протеин, органик протеин с пробиотиками. Вот здесь вот такое содержание. То есть, ну, это кто занимается спортом. 24 доллара за банку. Да. В принципе, здесь представлено, как и кто занимается, знает там. Optimal Nutrition, вот там. Это тоже питание с пробиотиками и протеином для лучшего усвояемости. Тоже 24 доллара. Да. Дальше мы пошли, то есть это опять-таки различные вкусы, но тоже протеин. Протеин питьевой, готовый уже в упаковках. Там будут удобные идет. Вот такие вот упаковочки. Да, это шоколадный вкус и ванильный вкус, соответственно. Классический Optimal Nutrition. Это золотой стандарт, это все многие знают, это практически Optimal Nutrition номер один компания в мире. И это чистый whey протеин. Да, 49 долларов за 2,5 килограмма. 2,5 килограмма. Вот, все это идут протеины. Это опять-таки различные только вкусы, со вкусом Oreo. Со вкусом Oreo. Вот, это изолят. 26 долларов. То есть это уже идет изолят, протеин другой, с другим содержанием аминокислот. 30 долларов. Вот, это другой производитель Combat. Это американский производитель, достаточно известный. Кстати, широкую популярность имеете в России. Тоже 40 долларов за 2 килограмма, опять же, да? Да, здесь единственное, что все очень часто себе привозят такие вот вещи, потому что он здесь не подделывается. И в этом, как бы, его большой плюс. Вот, в России очень много подделок, особенно по спортивному питанию, потому что контроля практически нету. И многие, кто занимается спортом, пытаются сами мешать, сами делать. Вот, дальше
как бы протеиновые содержания, например, соки, потому что многие спортсмены знают, кто занимается спортом, что можно разбавлять молоком, можно водой, а можно соком. Так вот, есть готовый уже соком разбавленный, $19, ну, $20 стоит. $20, ну, вот такая, надо показать, что очень большая, 12 штук, то есть прям практически 12 порций, хороший протеин, потому что это у нас энергетики. Ну, или там, я так понимаю, отчасти жиросжигатели. Почти $10 за... Ну, ой, сколько там штук-то их? Да, это, ну, это энергетик с вкусом винограда. Вот, соответственно, дальше протеин тоже, просто вкусы, разные, да, вкусы. Разные. Опять, это разные производители, вкусы, разные производители, это вообще, шоколад, я так понимаю, ваниль. Это детский, кстати, это вот когда дети плохо едят. Им да. дают это пить, да, педиатрическое. С большим содержанием белка молочко да. будет. Growing. Да, вот это вот хороший такой. Да, да. у нас есть один малоежка, мы даем, очень ему нравится. Да, пытаемся иногда да, его ему да. впихнуть. Да. Это коллаген, протеин тоже, да. Органик, $35. Ну, вот здесь баночки видно, это большие как бы банки. Ну, большие упаковки. Ну, на один раз да. тоже получается. 115 грамм протеина. Просто за раз... Ну, если кто вот пьет, знает, что за раз больше 20 грамм не усваивается, поэтому нет смысла пить 25 до баночек, то есть одну банку вполне себе хватает. И вот здесь поэтому упаковка по 15. Это вот энергетика, которая разводится, то есть если вы пришли в спортзал, вы берете просто вот ее в сухом виде, воды налили, добавили и, соответственно... B12. Да. $28. Да. Опять мы возвращаемся к тому, что это коктейли из, скажем так, различных производителей. $32 за 24 упаковочки. Да. И то же самое ванильное. Энергетик, вот Energy Shot в бутылочках, вот такие вот 48 бутылочек. Вот это тоже энергетики. Ну, тоже с фруктами пошел протеин. Да, протеин тоже фруктовый. Вот, кстати, детский 27. Тоже птиц протеин. Это женский ряд, я так понимаю. Да, мы такую покупали. Биотин, да, это для волос, да, ногти. Ну, так стоит он 15 почти долларов, $14.79. 250 сухих 250 таблеток. Это для протирки, это вот когда уколы делать или что-то, то есть это протираешь. 4.49. Это что такое? Это тоже, кстати, я так понимаю, для первая помощь с антибиотиками, это для порезов, для, то есть это для обработки ран. Набор первой помощи. Это точно жиросжигатель, это средство для похудения. Чай. Зеленый чай, да. Он, в принципе. Так, что вот это такое? Он давайте стоит смотрим. Стоит 11.99. Это что такое? Да, 11. Извините, это презервативы. Сколько стоит? 13.49 за упаковку. А вот это что такое? I know. Антисептики тоже. Тоже антисептик. 1,99. Да. Вот. Это что такое? Это никотиновый этот, жвачки. $60? $60, но здесь две огромные упаковки, и здесь по 150 тонн. То есть это практически на год вот этих вот жвачек для борьбы с никотиновой зависимостью. Focus Factor Nutrition for Brain. Это для типа мозга, я так понимаю. В общем, помощь мозгу для тех, кому мозгов не хватает. Для хорошей памяти это называется. Кому мозгов не хватает, покупаешь, и все хорошо с мозгами становится. Да, 16.49 со скидкой. Да, вот это вот опять какая-то непонятная добавка, травяной экстракт. Вот, и тоже, в принципе, тут для памяти он... затрудняюсь рассказать о нем. Ну вот, читайте, смотрите. То есть какая-то добавка. Я думаю, маркетинга здесь тоже хватает. Естественно. То есть кто бы спорил. Или, прости, тут B6, B12, магнезиум. В общем, это... $20. Да, тоже такие комплексы. А вот это что такое? А, тоже никотин. Это, кстати, вот никотиновые это таблетки. Тоже стоп-смокинг, да, помощь. Ну, она очень большая, вот такая вот. Кстати, очень хорошие препараты. Это для тех, кто... кушает вредную еду, да, в принципе, то есть это, в общем-то, для поддержания в норме желудочно-кишечного тракта. То есть это, в общем, как... 31,95. Да, это, в общем, там две такое, упаковочки. Да, он позволяет переваривать и очищать организм, то есть он работает
это геморроидальные, я так понимаю, свечи. Вот. $15. Да, что-то такое $15. Вот, это все салфетки, я так понимаю, геморроидальные. Так, кстати, странно, вот такие вещи, да, продаются, видимо. Так, это вот все такое. А, это вот то же самое, то, что я рассказывал. Это вот эти файберы, да, с различными этими. Sugar-free. Тоже это заменители питания, которые позволяют вам долго не есть. Так, что это такое? Это водяной экстракт этого синамона, как он называется? Корица. Корица, да. 15 почти долларов со скидкой. Так, что знаю, это для чего такое? Это? Ну, народ раз стоит, значит ест. Да. Вот, тут вряд ли бы стоять. Extra Strange – это по помощи, когда у вас газы. Если у вас газы. Вот, это да, помогает. То есть это уже такие пошли препараты. Да. Это что такое? Стол софитнер. Это джентовый. Для стула? Нет, это вообще что-то непонятно. Таблетки очень красивые. Вот. $5? Что это, куда это? Так, пребиотики. В общем, вот это все, я так понимаю, идет, вот эта вся полка. Для желудочно-кишечный тракт, да. То есть здесь вот микровакс, потому что я внизу смотрю, вот он продается вот такими дозами. 25,49 он стоит. И, соответственно, вот это вот... Две штуки. 2 на 34 дозы. Да, твин пак. Ну, вот это засыпаешь. Он сухой, то есть его разводишь и пьешь. Угу. Микрос. Это для того, у кого там проблемы с желудочно-кишечным трактом. Вот. Все это дюкалакс, микролакс, оптифайбер, натуральный пребиотик. То есть это все... Помогает. Продается без рецепта. Да, и вот стоит, соответственно, то есть вот эти вот две по 29 унций, ну, $21, вполне себе. Да. Алка-Зельцер. Вы знаете... Цена 8,49. Да, вы будете, в общем, поражены, но они его не используют по назначению. Хотя он считается алкозельцер, но при этом к постоалкогольному он практически не имеет никакого. То есть здесь... В принципе, вплоть до того, что желудочная как бы боль, не знаю почему. Вот, короче говоря, такой вот. Когда боли в теле, когда вот этот stomach ache, то есть это когда желудочные боли. То есть вообще тут, короче, указатель всего на свете. Вот, ну, окей. Универсальное лекарство. Да, мы как бы понимаем, что мы его используем по-другому, когда используем в России. Это Бисмо Ультра, это в принципе тот же самый препарат, тоже от диареи, то есть это желудочно-кишечный тракт, но для того, чтобы нормализовать работу кишечника, да, $16 за вот эту всю упаковку. Что это? 5 грамм фибр, пребиотик, то есть тоже, это в таблетках, то есть вы пьете, да, жевательные таблетки пьете после еды, и соответственно они, да, эффект. В общем, вам помогает и переварить. Я даже прочесть это не могу. Скажем цену. Да. 12,99. В общем, вот Nexium мне знаком препарат. Я так понимаю, это скорее всего это. То есть Nexium, ребята, это... Ну, я не врач, а мне лично очень сильно помогло от моих когда-то давно боли. Я не забыл, да. И Nexium, ребята, препарат для меня лично был прописан, я пропил. Да, врач вам, кстати, прописали. Да, да, поэтому если врач вам назначает, вы можете спросить, кто мучается с желудочными болями, изжогами, препарат Nexium, идите к врачу, спросите, вам, если назначат, он продается. Nexium и Париетом, по-моему, еще Париет есть. Париет тоже, да, самое, да. Это, в принципе, они продаются в России, и, в общем-то, да, нет никаких проблем. Достаточно дорогой препарат в России. Здесь вот он стоит, странно, 23,69. В России мы за несколько таблеток, по-моему, 1002 платили. Дорого, да, там все покупали. Да. Сейчас, может быть, он просто подешевел. Это реально очень хороший препарат. Пребиотики тоже. Это дежестив, то есть после еды пребиотики, это, в принципе, как многие... Как это препарат пьют, такой вот розовенькие таблеточки, когда после Мизим. Еды? Мизим, да, то, что вот вам как бы не было тяжело после еды, это все вот и, как бы еще в продолжение. Фух, так много всего, честно говоря. А вот аптека с препаратами, которые по назначению врача, с врачом, она, вот видите, она отдельно за стеклом. Вот, там и... будет фармацевт стоять. Да, у меня так получилось, что я обращался к врачу с болью зубной. И мне выписали рецепт, и, соответственно, я, придя с рецептом, они считывают штрих-код, сразу отображается у них,
очень интересно, у них отображается сразу количество таблеток, курс весь, и они тебе баночку отсыпают ровно твой курс, там же такие вот знаменитые эти, как фильм показывают, оранжевые баночки, там же приклеивается весь рецепт, как ее употреблять, название препарата, там все-все-все, мое имя, фамилия, назначение от кого врача, то есть такая очень развернутая информация о тебе, и ты, соответственно, доставай баночку, все время помнишь, когда ты должен принимать, то есть, там, то есть очень удобно, на самом деле очень здорово, и не надо в общем, мучиться, то есть там препарат прям тебе отсыпается, каждый препарат отсыпается, именно твоя дозировка, твоя, твой курс, и в общем ты таким образом просто на самом деле, очень оригинально, просто ничего гениального, ну просто, просто очень просто, ладно, погнали. Это вытяжка из красного риса. Вот. Для чего она употребляется? Это контроль холестерина. 17-49. Да. Я так понимаю, что-то это для сердца, что-то для здоровья сердца, потому что вот, не знаю, что это. 22-99. Омега-3 содержит. Ну да, для сердца. Да. Витаминки для сердца. Астаксантин какой-то, да. Вот, то же самое. Это только, видимо, другая какая-то упаковка, дозировка. Так, что это? Не знаю, что это. Даже не понимаю, что это. Но стоит это что-то 19.49. Да, пойдем дальше. А то, кстати, для артерий и костей здоровых, в общем, для всего на свете пьешь и вечно, вечно живешь, видимо. Это, кстати, тоже, это все, ну, это все вспомогательные для сердца препараты. Ну, витамины для вот, сердца. Которых мы, вот, кстати, вытяжка масла омега-3 из салмон, лосось. Да, лосося. Я уже забываю слова русские. 18.99. Да, 18.99. Ну, вот сами такое лично да, брали. Масло обыкновенное. Рыбий жир. Да, рыбий жир. Так, вот такая упаковка, например, стоит $20, а в ней сколько? 130 штук. 130 штук, одна в день пьется. Да, значит, здесь вот это все, я так понимаю, полка каких-то таких кардиоподдерживающих препаратов, которые, вот холестерол, ОФ, то есть это тоже, но вот я знаю, что контроль, это холестерол, он должен быть все равно под наблюдением врача, поэтому нельзя увлекаться самим. То есть это нужно смотреть, это нужно все время сдавать анализы, консультироваться с врачом. D3 с различными вкусами, тоже жевательный D3. Цитракал. Такой, по-моему, кальций. У тебя есть, да, кальций. В общем, тоже хороший кальций. У него набор. Здесь цену тоже витамин D, кальций. Да вот он, вот. А, вот она, господи, вот 12-29. 280 штук. Большая упаковка. Да. Одна в день. Написано еще две в день, на самом деле. Две? Да. А, я одну пью. Вот. Надо две. Ну, вот на самом деле. Тоже, то есть что-то тут 600, плюс D3, в общем, плюс какие-то минералы, плюс магнезиум, плюс цинк еще, вот хороший, кстати. Да, цинк хороший препарат. Очень хороший для такой костей. Набор, да. 16.99. Угу. Вот, дальше кальциум D3, ну, в принципе, мы понимаем, что вот это все фармакология примерно одна и та же, разные упаковки, разные дозы, разные вкусы, вот тут хотите с клубникой, с апельсинами, хотите только с клубникой, без клубники. Называется взрослые жвачки. Вот. Кальций. Тоже кальций, да? Это кальций. Жевательные. Да, жевательные. Так, вот такая стоит $13, две штуки. Да, две штуки по 120 в упаковке. Магний многие, знаю, пьют 13.99. Да. Который там B12. $20. Сколько таблеток там? Таблеток 300 таблеток. B12. Да, B12. Так, тоже B12. Дальше. Стоит уже меньше $13. Да, это опять детские пошли комплексы. Детские. Вот внизу, что это кальциум, тоже кальциум. Это тоже жевательный. Да. Вот кальциум, что-то, господи, тут сколько всего тоже, и цинк, и магний, в общем, это уже комплекс. Тоже для костей, для кальций, зубов. Кальций, магний, цинк. Для остеопороза риск, в общем реально, и мне кажется, если пить по банке, вот так прям, таблетку достаешь, вот так выставил, и ты такой раз, и прямо вечно живешь. Вечно жизнь. Читайте сами. Вот. Удивило? Ну, надпись, вот, B12, и вот эта надпись, в общем. От метаболизма? Мифокабала. Мин. $19. Да. Как-то так. А вот это вот, что это такое? Давайте посмотрим. Значит, ежедневная поддержка иммунной системы, антиоксиданты, витамины В,
все на свете, C, короче, да. И мы видим, что, в общем, здесь малина, супер оранж и мандарин. $20 Да, $20 Это, для глаз? Да. Акувайт, да. 28,59 Короче говоря, да. Витаминки для глаз даже. Да, ну вот здесь видишь то, что содержится как бы... то есть тут цинк, тоже и цинк, омега-3, витамин, да. То есть так, ну почему, не знаю. Суперкомплекс. О. То до этого было так себе. А это суперкомплекс для суперменов. Так, супер какой. А, Б-комплекс. Ребята, суперкомплекс Б. То есть, когда это только будет... Б. И это только Б. Когда будет много Б. Да. И вот. Стоит 12,49. Да, 12,49 за 500 таблеток. 500 таблеток. Будете пить всю жизнь. О, пошли для... Это, я так понимаю, для беременных принатал, да? Да, это для беременных. Либо для беременных, либо для перед беременностью. То есть, я не знаю. $16 Да, специальная формула для поддержки и развития. Да, во время беременности, да. Для развития мозга ребенка, для нервной системы, костей и глаз. Да, вот. Да. Соответственно, так, это лютин, это, господи, тут названия такие специфические. Лютеин, да, 18,49. Да, да, о, старый добрый Центрум. О, точно. Да. Центрум местный, 14,99 со скидкой, был 18,99. Я вот только одного не могу понять, почему он продается 365 таблеток плюс 60 таблеток. А, это for home и for travel, вы поняли что? О, маркетинг, чудо маркетинга. То есть люди сделали так, чтобы... Сумочку. Да, потому что когда ты куда-то выезжаешь, думаешь, 18,99 и отсыпаешь их куда-то с собой, да, в всю банку, ну, не либо идет, таблетницу большой, неудобно. Отдельную покупать. Да, а здесь получается, видите, for home, for travel. О, о! Удобно для сумочки, для женской, очень удобно. Просто поражаюсь. Чем больше узнают страну, тем больше поражаюсь. Все для людей. Да, все для людей. Железо. Железо. Вот то, что суперкомплекс для супермена, а это айрон для айронмена. 7,49. Что-то женское. В общем, есть отдельная энергия женская, отдельная энергия мужская. Вот цинь и янь. Вот, короче, это для женской. 8,99. Да, инь-инь-инь-янь. Это тоже Центрум желтенький, смотри, какой. Это для мужчин 50+. А, это для мужчин 50+. Мне еще рано. Еще чуть-чуть рано, да. Еще подождать надо. $20 Выпьешь, козленочком станешь сразу. И для женщин есть тоже 50+, на самом деле. Выпил, ну, там, видимо, и содержание. Молодая козочка. Нет, это 50+. Выпил, сразу 50+ тебе. Тут $20 Внимательно читайте инструкции на упаковке. А, вот, кстати, вот такой я себе, кстати, взял. Да, у нас такой. Для есть. Того, что, да, как одна бы там... Одна в день? Да, одна в день, и чувствуешь себя прекрасно. Прям все сразу у тебя, жизнь налаживается мгновенно. Окей, так, вот тоже одна в день. Это Women's. О! Ага. То, что я говорил, инь вот и янь. Видите, вот. Она немножко поменьше. Она женская. Поэтому поменьше. Да, поэтому поменьше. А на самом деле таблеток, скорее всего, одинаковое абсолютное количество. Они просто поменьше размера. Да, 300, а тут они досыпали. Мне было 220, они досыпали. Перечеркнутые 300. Да, то есть... Странно, а что у тебя такого нет? Странно, что не перепечатали этикетку, а перечеркнули. Зачеркнули. Не, ну на самом деле маркетинговый ход. Конечно. А вот, кстати, тоже смотри, такая же фишка. Такая же фишка, тоже 250 зачеркнуто и 275 написано. Ага, надо же. Ну, этикетка по факту перепечатана, но типа вы запомните, что до этого вы покупали 250, а теперь 250. Сработает память зрительная, да? Работает жадность человеческая, не память зрительная. Вот. Дейли мульти. Тоже мультивитамины тоже, да. Ежедневно. Вот это опять-таки дейли мульти. Я так понимаю, витамины и минералы. Ну, одна тоже, одна девочкам, одна мальчикам. Ну, тут, правда, можно выбрать любой. Я тоже так думаю. Кому какой по цвету нравится. Это пошло 50+. Тоже, здесь вообще полочка 50+. Это мультивитамины. Но это прям органик мультивитамины. Это... А цена у него почти $20. Эти ну, органики. Тут баночка-то, господи, сколько там штук-то. No synthetic, non-GMO. С ума сойти. Сплошные полезности. То есть мало того, что пьешь витамины, и все полезно. Еще и они полезные витамины, сделаны из полезных. То есть те полезные витамины сделаны из неполезного, а это полезные витамины сделаны из полезного. Да, маркетинг рулит. Да, вкратце мы своим... примитивным рассказом рассказали о каких-то вот таких вещах. Если же какие-то подробности нужны, мы можем доехать, потому что в каждом магазине от там Walmart, Public, что там у нас еще, ну, Костка. Вот ну, в сейчас, данный да? момент Костка. Да, в данный момент Костка. В каждом есть достаточно большой, просто здесь они еще и представлены, то есть
скажем так, если мы здесь наблюдаем по выбору того, что выбор, в принципе, большой, но еще и прилавок сам по себе содержит большое количество, то мы можем как-нибудь заснять, если интересно, пабликс, где будет, ну, вот не такое количество представлено, называется фейсинг, количество на одной полке самих препаратов, а здесь будет, там, скажем так, самих препаратов больше, хотя полка сама будет меньше. Поэтому ассортимент колоссальный, и это, поверьте мне, далеко не предел. Поэтому, если интересно, можем показывать лайфхак для тех, кто интересуется, а как купить, наверняка будут такие вопросы. Мы этим не занимаемся, и заниматься, как бы, даже я не вижу смысла, не собираемся. Но я знаю, что на форумах и в интернете, в Гугле есть специальные сайты, где люди заказывают в Америке препараты. То есть вы заказываете сами с сайта по адресу куда-то в Нью-Йорке, я знаю, что доставляются, и оттуда люди вам пересылают. То есть такая услуга есть, и по сути вы все, что здесь видите, вы можете себе заказать, купить. Из Майами тоже отсылаются. Ну, все. Возможно. В общем, я сейчас говорю, то есть мы этим не занимаемся, но в интернете вы наверняка найдете там, ну, много вот компаний, люди, есть, которые, да, нас, то есть вы заказываете на их адрес, а они вам отправляют, берут фактически только за отправку. Вот, поэтому как бы все доступно, все это можно себе позволить. Вот. Единственное, что могу сказать и по собственному опыту, по опыту своих друзей, по опыту жизни в России, что здесь дело не в выгоде, дешевле, дороже. Здесь дело в том, что эти продукты действительно качественные. Вы можете нисколько не сомневаться, 100% быть уверены, что продукт, который вам выписал врач, порекомендовал, вы его купили, он как бы будет качественный. Вы можете его употреблять, точно использовать для своего здоровья. Поэтому как-то вот так. Всем пока! Пока! Дел с фармацевтом отдел, где продают лекарственные препараты, не БАДы, а лекарственные препараты. Соответственно, люди предварительно их заказывают. Вот там полочки с заказами, указаны баночки, там, да, вот полочки. Рецепты, да. Вот и так зависимости. И выглядела наша бутылочка оранжевого цвета. Там написано имя, фамилия, да, и курс, количество. И курс ваш, который именно нужен вам, строго по таблеткам, по количеству, то есть так, чтобы вы не вымеряли, не мучились, а все очень удобно. И когда принимать, и поскольку? Утро, да. День, ночь, поскольку, при этом, в каком количестве? Кстати, надо рассказать обязательно о том, что очень многие комьюнити, очень многие районы имеют поддерживающие программы, которые совместно с супермаркетами сетевыми. То есть некоторые препараты, лекарства, даже аллергические, которые, в принципе, можно спокойно, свободно купить, можно получить абсолютно бесплатно, если врач его выписал. И существует в этом районе программа поддержки супермаркета и медицинских учреждений.